Друзья мои, добрый день, вы на канале Блогермен. Смотрите, как увеличить на телефоне Honor скорость интернета и улучшить вообще сеть подключения, да, соответственно, чтобы был лучше интернет. Именно, ребят, подмечу, мобильный интернет, не Wi-Fi. Я могу отдельное видео снять, как ускорить Wi-Fi в несколько раз бесплатно, без всяких взломов, перепрошивок и так далее. Если хотите увидеть такое видео, обязательно ставьте лайк. Я увижу, что много кому это нужно, соответственно, ну, активности чем больше. Я вот вижу, что я видео снял, задал вопрос какой-то, поинтересовался, вы бам, дали активность, да. Показывайте мне, да, блогермен, нужно снимать, соответственно, по этой теме, нам интересно. Все, ставьте лайк, пишите в комментариях модель своего телефона, я, чтобы на примере вашего телефона снял. Подписчики моего постоянно подписчики моего канала знают, что у меня есть возможность на разных телефонах показывать, да. Так, смотрите, у меня телефон, значит, может быть, на одной версии Android, у вас на другой. Это не важно на самом деле. Мы переходим в настройки. Вы ставьте обязательно также лайк, ребят, чтобы стоял. Потому что важно, чтобы стоял. Вот у меня, чтобы стоял, у вас, чтобы стоял, чтобы у нас у всех стоял. Это очень важно. Поставьте, вот у меня, я постоянно говорю, чтобы синенький встал, да? Чтобы синенький стоял. А мне говорят, блогермен, а у меня красненький встает. Почему так, да? Я, кстати, тоже не знаю, почему у кого-то красненький, у кого-то синенький стоит. Когда лайк поставишь, да? Вот. Возможно, у кого разные версии Ютуба, и у кого-то красненький, когда лайк поставишь, у кого-то синенький, не знаю. Вот, поставьте, и в любом случае напишите, какой у вас красненький или синенький. Мне будет интересно почитать. Мы с вами что? У нас несколько способов есть увеличить скорость интернета. Давайте начнем с первого. Мы с вами отправляемся, соответственно, в мобильную сеть. И здесь такая мобильная передача данных будет, соответственно, на телефонах Honor. И здесь будет именно точек доступа APN первая, да? И здесь будет Beeline MMS. Кто скажет, что я MMS не пользуюсь, зачем мне MMS? Ребят, MMS это не в том смысле, что вы заходите в сообщение и по MMS что отправляете, да? Это протокол MMS, он очень важен. Ну, я думаю, понятно, что бренды современные и операторы не дураки. Далеко, я считаю, что они, ну, не, чтобы отставлять, да, такие вещи, которые у ММС никто не пользуется. Ребята, это протокол соединения, то есть он важен для всего. Ищем здесь сеть. И видите, вот это вот все, LTE и так далее, все включаем обязательно. Тыкаем, 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 тыкаем. Последний оставляем. Нажимаем ОК. Нажимаем галочку. И нас перебросило взад. Вот, мы этого не хотели в этот раз, но, так сказать, пришлось, да. Мы идем взад еще раз. Сами уже отправляемся. Идем взад. Идем, ребят, взад и хватаемся за лупу. Вот она, видите, для поиска. Желаемое удовлетворение своих потребностей. Вот, хватаемся за лупу смело. И пишем здесь, если что-то не получается. Вот я объясняю, я забыл сказать. Что-то, ребят, у вас не получается. В любой такой напряженной ситуации расслабляйтесь и хватайтесь за лупу, да, для поиска. Вот, все, мы же с вами не будем хвататься в этом видео, думаю. Воздержимся, я воздержусь. Воздержание тоже полезно, да, потому что нужно что-то изучать вручную, нужно искать пункты, да, чтобы найти, потому что многие хватаются постоянно за лупу и ничего не ищут, а просто, как бы, так сказать, вот это вот в сухую, да, пользуются способом. А так ничего не изучить, нужно искать, нужно мучиться, чтобы так там нет, в том параметре нет, нет, туда пошел, сходил взад, схватился, да, ну что-то если не получилось, уже схватился. Мы, мобильная передача данных, идем, соответственно, ребят, и здесь будет такой параметр, опять же, как имена точек доступа APN. Уже мы хватаемся, вот Beeline интернет уже берем, да, только вот такой, вот, что он там стоит тут справа, вы видели, трогаем его несколько раз. Я видел, он потрогал. Идем в сеть. Здесь включаем LTE и все, что мы включали до этого, да? Бам-бам-бам. Все включили, все хорошо. Нажимаем ОК. Нажимаем галочку. Все, нас снова уже я устал. Нас опять перебросило взад. Мы сами идем взад. И здесь будет оператор, вот видите, оператор у меня, как видите, стоит. Вы только что увидели, что у меня стоит авторежим.
выключены, видели. Идет поиск, он нам, у меня, у вас будет, ребят, стоять тоже, думаю, но будет авто стоять, да? У меня стоит ручной поиск, то есть я нахожу сеть, у меня Билайн, я нахожу Билайн и все. И у меня лучший интернет, соответственно, в совокупности с другими параметрами. Сейчас объясню, как это работает. Смотрите, когда у вас стоит автоматический выбор, у вас, если там, допустим, Мегафон, у вас он начинает подключаться к Билайну, к МТСу, к Йоте, к Теле2 и так далее. И, естественно, сеть хуже становится, особенно если вы за городом, там в глухой местности, в троллейбусе, в машине едете. Он постоянно 4G, вот видите, выбирает 2G, 3G. Короче, ему не по кайфу. Особенно если что-то с модулем не так телефона, это вообще будет болезнь плохая и мучительная для многих телефонов. Так что просто мы вручную выбираем, если у вас Билайн, выбираем Билайн 4G. Если у вас Мегафон, выбираем Мегафон 4G. Если там, ну короче, свою сеть выбираем, конкретно 4G. Все, регистрация в сети завершена, ребят. Эта надпись означает, что у нас все с вами вышло, да? Мы с вами отсюда вышли. Вот так красиво. Вот. У кого, кстати, идем с системой обновления. Многие люди, кстати, до сих пор не знают, как включить жесты. Вот у них вот такие вот навигация стоит, они хотят жесты, чтобы красиво ходить взад, да? Вот так вот. Раньше мы вот так ходили взад, смотрите. Опа! И все. А теперь мы можем вот так вот делать, по красоте. Это очень важно. Вот бам-бам, мы уже тут. Все, мы идем, диспетчер телефона, друзья мои. И здесь будет статистика трафика. Смотрите. Я телефоном этим не пользуюсь уже очень давно. Тем не менее, всякие там вот эти приложения можно ограничить. Видите? Статистику трафика. Для того, для чего это делается, я объясню сейчас. Вот, видите, я даже эмоционирую как. Для того, чтобы вот, скажите, вот сейчас логично будет. Если вы скачиваете 2 файла или 1, когда будет выше скорость скачивания? Ну, конечно, когда вы скачиваете 1 файл, правильно? А тем более, если вы 10-100 миллион файлов скачиваете одновременно, потом вообще никакой не будет скорости. Так что, ребят, отключаем использование трафика в фоновом режиме. Соответственно, тем приложением, которое мы не хотим. Вот, фоновый, видите, выключаем вот этот тумблер. И все. И у нас получается уже мы используем наш телефон на полную катушку. Вот так 10 приложений отключите, уже интернет прибавится к тем способам, которые я показал, что сделать нужно. Уже интернет станет намного приемистее, мобильная сеть. То есть, смотрите, очень важно, чтобы ваш телефон был приемистым в плане сети, да, с помощью отключения вот таких вот фоновых процессов ненужных. Также можно, ребят, сделать с Wi-Fi, чтобы не нагружать сеть Wi-Fi, скорость, потому что есть ограничения, конечно же. Если у вас такие дела, то у вас, скорее всего, есть какие-то стоят ограничения по скорости, да. Так, у меня тут геопозиция пришла. Мы с вами опять идем в диспетчер телефона. И здесь будет такой параметр, как очистка памяти. Смотрите, мы берем, очищаем память. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы телефон работал быстрее. Очистить нажимаем. Мало того, что память прибавили, так еще и очистили память. Ну, вернее, очистили память, еще и увеличили скорость работы нашего телефона. Почему так происходит, я сейчас объясню. Потому что, ребят, у вас может быть так, что даже не... Сам настолько медленный интернет, да, мало скорость, что телефон плохо работает, то есть медленно. Даже, может быть, дело в телефоне. Интернет неплохо запускается. А просто-напросто у вас происходит зависание вашего телефона. Вот и все. Напоследок мы что делаем? Мы берем телефон смело в руку. Нажимаем кнопку включения-выключения, нажимаем кнопку выключения. Все, выключили, ребят, и теперь у нас... Телефон сбросит фоновые процессы, которые мы не смогли вручную выключить сами. Он полежит, отдохнет, так сказать. Удалит кэш. Ну, всякий мусор почистит на телефоне. Отложение файлов, что у вас там есть, которые вы не смогли. Да? Эскизы всякие, возможно, поудаляет, которые не нужны, которые память жрут вам, да? И не только память жрут, а еще и телефон. Заставляет медленно работать интернет и так далее. Выгружает постоянно что-то там, копии какие-то резервные делают и все в этом роде. Короче, ребят, выключайте раз в неделю хотя бы ваш телефон, и он будет работать намного лучше. Итак, я постарался, как всегда, по традиции на канале Блогермен запихнуть очень много полезных видеороликов
в один видеоролик, так скажем. Ну, я имею в виду, что много способов, которые можно было на много видеороликов, да, разъединить. Я их запихнул все в один, чтобы вам было полезно и удобно, чтобы вы не искали потом среди сотен видеороликов все эти способы. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал Блогермен, ставьте колокольчик, чтобы когда выйдет на канале Блогермен новое видео, вы его не пропустили. Ставьте лайк, чтобы стоял и у вас, и у меня, это очень важно, и чтобы поддержать мой видеоролик. А мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся. Я желаю вам всего самого отличного, всего хорошего, удачи, настроения, счастья. До скорого, ребятки, скоро увидимся. Всем пока!